Сегодня 7 декабря 2016 года. Московское время 17:17. Небо вроде чистое, звездочек нету еще. Но заметил вот одну такую. Это, наверное, может даже не звезда, а планета. Камера увеличивает фокус, по-моему, 52 раза. Вот так она выглядит. Да, любое касание вот так оно моргает, как-то переливается. Попробовать окно открыть. Вот открыл окно. Мороз, ладно. Это градусов 13 мороза. Да, это через двойное стекло. Так видно. Ветки мешает. Ну, если так. Вот так стало хуже. Так. Вот показываю небо другое. Луна. Луна. Такая луна. Не полуб. Половина луны. Вернее. Вот как выглядит луна, как полуапельсина, да? Долька. Так, ну не прыгай. Да, тяжело. Даже со штативом. Да, у меня такие расстояния. Еще раз найдем. Приблизим. Постепенно. Резкость сразу. Получается вот так. Не попал. Ладно, прицелюсь потом. Так. Вот это половинка луны через двойное стекло, правда? 7 декабря 16. Так, ну кто же наша звезда? Звездочка или планета?
то ли планета, то ли звездочка. Ну, по-моему. Как-то интересно получилось. Ну, скорее всего, планета какая-то. То ли Марс, Венера. Так, а почему она не кругленькая? Может, что-то мешает. Наверное, деревья мешают. Как же мне подойти по-другому? Помешает деревья, ветки деревьев были. Ладно. Ну, уже с другого места пробую. Какая-то странная форма какие-то. Ну, это не телескоп, конечно. На телескоп еще не заработал. А любительской камеры. Снять лучше не получается. Спасибо за внимание. Все, наверное, да? Вот с другого окна подошел. Вроде деревья не мешают. Но никак не могу понять. Это странная форма все равно. Да, от руки плохо. Ну все, ладно, хватит. Да. Какие-то чудная форма какая-то, не понимаю.